Я тут с победителем, Магомед Анкалаев, отличная победа, как чувствуешь себя? Спасибо, чувствую себя отлично, очень рад победе. Магомед, вы обменивались ударами в начале боя, но закончили поединок в борьбе. Таков был план или это получилось спонтанно? Нет, бороться не планировал, но так получилось, он начал бороться, и я подумал, ну давай поборемся. Отличное выступление, наслаждайся этим. Магомед Анкалаев, дамы и господа. Свое мнение об этом поединке обязательно пиши в комментах. И не забывай, что уже в следующее воскресенье состоится мега-мощный турнир UFC 260, где Адесанья будет биться с Блаховичем за титул в полутяжелом весе. А Петр Ян впервые будет защищать свой пояс чемпиона в легчайшем весе от нападок Алджимейна Стерлинга. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Ведь такое нельзя пропускать, как и удар Нгану. Ну а если хочешь увидеть сегодняшние бои в полном объеме и в шикарном качестве, то лучшего варианта, чем UFC Fight Pass, тебе не найти. Высочайшее качество, запись трансляции, все бои в архиве, и все это за какие-то копейки. Ссылка в описании. Оформляй подписку и кайфуй, как это делают все нормальные люди. Я Иван Неумин, это канал It's Time. Будь здоров!